Следующий отель, который хотелось бы представить, уже на Коста Дорадо. Это апарт-отель Foy Element Suites. Название говорит само за себя, то есть это апарт-отель, в нем есть и апартаменты, и стандартные номера. Это относительно новый отель, он был построен буквально 4 года назад. Курортный городочек Ла-Пинеда, в 200 метрах от пляжа, тихое, спокойное место. Очень комфортный, качественный отель, потому что новый, выполнен в стиле хай-тек. Номера есть как однокомнатные, так называемые студио, и есть апартаменты с одной и с двумя спальнями. Все номера снабжены кухней. То есть этот отель тоже он универсальный с точки зрения больших семей, либо больших компаний, кто хочет готовить, кто хочет размещаться на готовом питании, потому что можно его заказать как на базе завтрака, так и на базе полупансиона, и все включено. Великолепный мини-клуб для деток, просторный, яркий, светлый, новый, то есть действительно детками занимаются, очень хорошая анимация в этом отеле. И еще этот отель славится для отдыха молодежи, я недаром сделала заставку такой вот зона чиллаут, вечерняя зона, бар на крыше, так называемый, очень красивая. Здесь проходят мероприятия, всевозможные анимации, имею в виду, что выступают местные звезды, и какие-то шоу, и фламенко. То есть это достаточно известное место на Коста Дорадо, куда можно прийти и хорошо провести вечер. И цена этого нового апарт-отеля четырехзвездочного 460 евро на базе завтрака в мае месяце.